Федеральный проект партии «Единая Россия» – формирование комфортной городской среды рассчитан на 5 лет. Он стартовал в ноябре 2016 года и должен быть реализован до 2022. Его основная цель – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны. В Одинцовском районе проект реализуется в полном объеме. Об этом подробно рассказали на его презентации. На территории Московской области уже несколько лет тема благоустройства стоит в повестке дня губернатора. И мне бы хотелось отметить, что вот буквально сейчас мы вернулись с осмотра наших площадок, те, что у нас окружает нас, где мы живем, придомовые территории. И хочу сказать, программа губернатора, она действительно видна. И в частности в городе, где мы сейчас были, несколько площадок в этом году, 6 в городе, 1 в поселениях, если брать Одинцовский район. Это как раз новые формы. И почему я об этом говорю? Потому что эти новые замечательные формы также делаются на территории Московской области, в частности на Волоколамском районе. Благоустройство дорожных территорий включает в себя комплексные работы. В нашем районе продолжают обустраивать въездные группы, приводить в порядок общественные территории, в том числе в военных городках, а также устанавливать детские площадки. Впечатления положительные. Жители высказывают положительную реакцию на то, что и поставили новые детские игровые комплексы. Эти комплексы поставлены по губернаторской программе. В этом году их рекордное количество, 7 штук по Одинцовскому району, смонтировано уже в июне месяце этого года. Соответственно, все лето дети с родителями могут отдыхать на этих игровых площадках. Жители высказали пожелание увеличить количество этих комплексов, заменить все уже детские площадки, которые у нас есть, на такие современные, хорошие, с резиновым покрытием и с травмобезопасными элементами, которые позволяют детям играть, не нанося себе каких-либо травм. А те комплексы, которые у нас есть, мы содержим максимально чистыми, обслуживаем, но они уже морально устаревают, соответственно, мы их будем также планово менять, в том числе в рамках губернаторской программы. Перед рабочей встречей участники совещания провели в Одинцово инспекцию детских площадок, установленных по программе губернатора. Они не только оценили качество выполненных работ, но и пообщались с жителями. Всем жителям очень нравится. Нравятся, первые современные площадки. Они не такие вот, как раньше, они абсолютно новые. У детей новые качели. Более того, сейчас мы с вами находимся на площадке «Эко», то есть тут все сделано из экологических материалов. Да, это площадка для детей более взрослого возраста, но в связи с тем, что в Одинцовском районе устанавливается, в городском округе устанавливается 7 площадок по программе губернатора, они абсолютно все разноформатные. Я не услышала ни одного человека, который бы сказал, что плохо. Все довольны, все говорят о том, что надо не останавливаться, двигаться дальше. Ну, собственно говоря, даже по вашему городскому округу это видно. Если в прошлом году у вас было одно количество, то в этом году практически в 3 раза больше. Жителям есть куда ходить гулять. Здесь учтены и тренажеры, то есть для людей более старшего возраста, подростковая площадка, есть песочницы. По факту здесь учтены все возрастные категории. На детских площадках представлены спортивные игровые элементы для всех возрастных категорий. Тренажеры для подростков и взрослых, конструкции для лазания, песочницы и карусели для самых маленьких. Жители очень довольны такими переменами и надеются, что аналогичные площадки появятся по всему Одинцовскому району. Вы можете проголосовать на портале «Добродел» дома. Вы как со своими соседями? Так и делали. Мы списки собирали. Инициатор дома. Плюс отдельно вы можете обратиться в муниципалитет или в ассоциацию председателей многоквартирных домов. Вы знаете, что у вас в городе создана ассоциация председателей многоквартирных домов? Есть такое, да. Есть, да? То есть через ассоциацию председателей многоквартирных, куда ходят самые активные жилищные активисты, то есть на основании обращения они тоже подготовят. То есть либо мы с вами голосуем на портале «Добродел», либо обращаемся в муниципалитет, либо к вашим депутатам, либо в ассоциацию председателей многоквартирных домов. Понятно. И в принципе, то есть в любом случае к вам в ваш двор придет новая площадка. Просто от вас зависит, насколько быстро она придет. Всего в Одинцовском районе сформировано 312 дворовых территорий. В элементы благоустройства входят детские площадки, озеленение, освещение, парковочное пространство, а также скамейки и урны. В 2015-2017 годах благоустроили 156 дворовых территорий. Это 49% от общего количества дворов в районе. К 2022 году планируют привести в порядок еще 112.